Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я готовлю нам на ужин очень-очень легенький супчик такой из кабачка. Я для этого взяла кабачок, луковицу, морковь у меня будет замороженная, ну, я ее обжарю. Не обязательно брать замороженную морковь, это у меня необходимость такая. И три картофелины. Также мне нужен будет вот такой вот сыр. Он плавленый, вот такой сырок. Можно брать любой. Я сготовила куриный бульон. Я буду это все готовить на курином бульоне. Но можно приготовить и на воде. Также будет вкусно. Этот супчик очень легкий и очень вкусненький. И сейчас мы начнем его готовить. У меня бульон уже готов. Я теперь возьму, порежу картофель. Картофель режьте по вашему желанию. Я готовлю супчик для себя. И просто делюсь с вами тем, как именно я его готовлю. Ну, вот как мне захотелось. А вы уж, каждая хозяйка выбирает все самое лучшее для себя. Может, вы очень крупно любите резанный картофель. Я вот таким способом пополам. Меня тут сегодня снимает мой любимый оператор. Всем привет! Так, я буду использовать пол луковки. Бульон кипит. Опускаем картофель. И готовим 5 минут. Луковицу я покрошила мелко. Теперь буду обжаривать морковь и лук вместе на оливковом масле. Масло у меня уже налито в сковороде. 3 ложки я налила и опустила сюда лук с морковью и буду обжаривать. Время не теряем, у меня кабачок очень молодой, я кожицу с него не снимаю. Режем его тоже как по вашему желанию, я буду резать кубиком. Таким кубиком я порезала кабачок. Картофель прокипел у меня 5 минут. Все, я опускаю сюда кабачок. Так, а вот тут у меня зажарочка. Все, немножечко прям я обжарила, вот совсем чуть-чуть. И сейчас тоже добавляю это все сюда. Не зря сказала, что суп готовится очень быстро. Суп на ура, да? Да. Вот теперь мне надо, чтобы это все прокипело и овощи сварились. Включил. Так, это мне зеленушка нужна для супчика. Я побежала сюда, Юра говорит, я сейчас тебя сниму. Ну вот, это будет такая вставочка зеленая. Да, а то все время одни руки, да, кастрюли. Юра говорит, будет интересно. Это мне хватит, сейчас укропчика еще сорву, свежий. Осталось только помыть и порезать. О, слушай, это укроп цветет так, смотри. Нет, это лук. Ты что, вот он, видишь? Ну. Все, побежали. Все, лучок я помыла с укропчиком. И осталось теперь только порезать. А лук-то смотрите какой. Наш.
собственным. Без имени. Все, супчик у меня кипит. Я сейчас добавлю перчика черненького. Потому что мой муж в кастрюлю, ой, в тарелку никогда его не добавляет. И примерно вот так вот чайную ложечку соли. Кому это мало соли, добавляйте по вкусу. Итак, девочки, овощи у меня уже мягкие. А мне нужно добавить сюда плавленый сыр. Вот он, такой сыр. Я его сейчас добавляю в кастрюлю. И где-то еще минут 5 у меня будет кипеть на медленном-медленном огне с этим сыром. Мне уже хочется этот супчик. Знаете, можно его опустить, сюда будет блендер, когда он сварится, если вы любите суп-пюре, и пропюрировать его, и будете суп-пюре наслаждаться. Чтобы сварить бульон, я вот такие запчасти варила, как два крылышка и две голени. И мне сейчас надо разобрать для супчика, чтобы косточек не попадалось. Все, у меня тут уже прокипело. Опускаем зелень. Зелень можно по желанию добавлять и только в тарелку. Я добавлю в супчик. И можно разливать. Мясо вот я не буду сюда добавлять, я его в тарелку добавлю. Какой обалденный супчик у нас на ужин. Стоит попробовать, кто еще не пробовал. Рекомендуем. Я уже показывала, по-моему, на видео, как я готовлю такой супчик. Лариса украсила миском супчик. Это самое лучшее украшение, я считаю. Сейчас мы сфотографируем. Мои дорогие, супчик готов. Нам сейчас нужно только пожелать друг другу приятного аппетита, покушать такой вкусный легкий супчик. И я думаю, мы увидимся в следующем видео. А вам желаю хорошего просмотра и отличного настроения. Всем пока-пока. Мужики, это не суп, это божество. Обалдеть. Девчонки тоже. Пробуйте. Делайте. Все супер.